Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Специальное заявление Керема Бюрсина, Ханде Эрчел особенное для меня. Керем Бюрсин в специальном заявлении в своем аккаунте в социальной сети выразил, насколько важна для него Ханде Эрчел. Это заявление вызвало большой интерес в бульварном мире. Известный актер Керем Бюрсин хранил молчание о своих давних отношениях. Однако в конце концов она нарушила молчание и выразила свои чувства к Ханде Эрчел. Керем Бюрсин подчеркнул, что Ханде Эрчел особенная в своем положении. Говоря о ценности времени, проведенного вместе, Элив сказала, что Ханде Эрчел также была частью их пути. Он был опубликован в социальных сетях и получил 1000 лайков. Поклонники разделили радость пары и отправили им сообщение поддержки. Керем Бюрсин и Ханде Эрчел являются одними из самых важных имен турецкого телевидения. В этом процессе сблизился дуэт, ранее сыгравший роли во многих успешных телепроектах. Поклонники приветствовали отношения Керема Бюрсина и Ханде Эрчел в реальной жизни, а также то, что они стали парой. Однако никаких подробностей об отношениях пары или четкой информации об их планах на будущее пока нет. Ожидается, что в ближайшие дни появятся новые новости и подробности об отношениях пары. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Все, что вы ищете об известных турках, есть на моем канале. Специальное заявление Керема Бюрсина, Ханде Эрчел особенное для меня. Керем Бюрсин в специальном заявлении в своем аккаунте в социальной сети выразил, насколько важна для него Ханде Эрчел. Это заявление вызвало большой интерес в бульварном мире. Известный актер Керем Бюрсин хранил молчание о своих давних отношениях. Однако в конце концов она нарушила молчание и выразила свои чувства к Ханде Эрчел. Керем Бюрсин подчеркнул, что Ханде Эрчел особенная в своем положении. Говоря о ценности времени, проведенного вместе, Элив сказала, что Ханде Эрчел также была частью их пути. Он был опубликован в социальных сетях и получил 1000 лайков. Поклонники разделили радость пары и отправили им сообщение поддержки. Керем Бюрсин и Ханде Эрчел являются одними из самых важных имен турецкого телевидения. В этом процессе сблизился дуэт, ранее сыгравший роли во многих успешных телепроектах. Поклонники приветствовали отношения Керема Бюрсина и Ханде Эрчел в реальной жизни, а также то, что они стали парой. Однако никаких подробностей об отношениях пары или четкой информации об их планах на будущее пока нет. Ожидается, что в ближайшие дни появятся новые новости и подробности об отношениях пары. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.